Такие линейные. Все на места? Да. Все готовы? Да. Огонь. Вот как он успел их флажок достать и зарядиться? Мы стреляем вторую линию, правильно, Саша? Вторая линия. Угу. Начинаем. Вов, у тебя первая, не забудь. Пятьдесят пять. Вторая линия. Что просрал барабан от крикета, он здесь лежит. Thank you.
когда 14 выстрел будет, скажу, ладно. Следующий. Угу. Thank you.
Так, стрелки готовы? Готовы. Судьи все на места? Да. Все? Так. Огонь! Сейчас первый холостой сделаю. Хорошо. Ты будешь холостить? Третья линия, да? Третья линия. Хорошо, мишень сделана. Я заточил. Попал ровно в границу. Подвес и бойка. Да, она у тебя одна. Что здесь промах-то, Саш? Ты не стрелял? Выстрелил, как бил. Куда? 80. Третья линия. Вижу. Ты что меня пугаешь? Тише. Вот все, выброс адреналина. Ну. Макс, ты на первую шесть?
стреляем 85, третья линия, правильно? Да. Пять промо. Угу. Меняем барабан. А сколько времени сейчас? 9:44 прошло. А сколько выстрелов? 3.
Стреляем, ребята! Стреляем! Никакого вам технического перерыва! Только хардкор! Кому тут стрелять? Да, а где мишени-то? О, да, ребята. Это... А то ветер видно. Да, ветер видно вообще. Не будет там. А нам сейчас стрелять. Я мишень не увижу. Да, готовы, готовы. Стрелки готовы все? Да. Так, судьи все на местах. Четвертую, да, стреляем линию? Так, четвертую линию, Коля. Внимание! Огонь! А чё нет-то? Я ж без замедленной съемки не просматриваю. Стреляю прицел, не надо нам через фотоаппарат. Начинает. Саша, как хочу, так стреляю. Правила меня говорят. Я понимаю, как ты хочешь, но фотоаппарат не предусматривает. Так это уже, как бы, можно сказать, не зачет, поэтому... Коля. Чё? Ладно, Саш, давай я тебя послушаю. Всё, не будет у нас красивого ролика тогда. Чего предъявить, Саш? Я ж бонусов никаких не получаю с этого. Ну, блядь, ничего не надо. Стрелял до этого? Ну, стрелял. Ну, в смысле, он себе сам снимал? А, блин, ты же милый, ёп. Онищенко Роман, 3 сотки здесь раз в сезон. Так, второе место у нас занимает... В этом сезоне, да, первое?
Я не ошибся. Маевский Илья с результатом 349. Значит, у него степень мастер-эксперт. 11 выстрелов без поражения. Почему это второй? Максим первый. Кириллов Максим первый. Да. Это второй случай. Илья становится почетным членом клуба Лиги Почета. Вот. И первое место. Занимает Дмитрий Данилов. Молодец! Молодец!